Ну и только, самый быстрый зритель сможет поставить лайк за 2 секунды. Давайте-ка проверим, считаю. Раз, два, если ты успел, тогда ты умничка. У нас сегодня крутая подборка, 8 игрушек, первая игра Big Bike. Где нам с тобой нужно? Собирать вот такие вот колесики для того, чтобы проходить как можно дальше за этого вот паренечка. Ну что ж, давай попытаемся тогда это сделать. Уровни, кстати, вот здесь уже довольно-таки долгие. Вау, какой байк! Громадные, какие же громадные колеса у него были. И вот, в принципе, это у нас как бы финиш, но еще мы и здесь можем с тобой проехать как можно дальше. Основная наша миссия — это доехать до главного сундука, который здесь есть. Так, поехали, давай на этот раз попытаемся собрать именно все колеса и постараемся потерять их как можно меньше. Есть, пока что прям очень громадные колесики у этого паренька. Кристаллики собираем. Минус 8. Опа, ничего себе. Просто были гигантские колеса, но стали маленькие из-за того, что лава их немножечко покоцала. Мы с тобой доходим до X5. Единственное, что мне здесь не очень сильно нравится, так это то, что здесь нет магазина никакого. То есть мы вроде бы как бы денежки зарабатываем с тобой, да, кристаллики, денежки, но купить я ничего не могу здесь. Здесь у нас и кристаллики, и деньги. Видишь, даже имеются. Так, синяя платформа. Неужели я ни разу не дойду до главного сундука? Да быть такого не может. Хотя может, наверное. Ладно, давай попытаемся еще один раз. Еще один уровень сыграем. Может быть, сейчас нам повезет. Вау, какие громадные колеса. Просто супер. Эй, серьезно? Это такой уровень? Ну, прям какой-то очень короткий. Это самый короткий уровень, что я когда-либо играл в этой игре. Travel Champion Wrestling. Нажимаем старт и поехали. Смотри-ка, мы играем с тобой за вот такого вот мощного паренька. Смотри-ка, мы можем одеть ему маску, либо на руки что-то одеть. Ну, давай-ка мы оденем ему маску. Ну, точнее, я выбрал маску, но он ее не одел. Ну, ладно. Странно, конечно же. И сейчас нам нужно отдубасить нашего противника. Кстати, ты смотрел рестлинг? Хоть раз в жизни. Так, я, ребятушки, не знаю, но, наверное, я здесь проиграю или что? А, фу, нет, я выиграл. Отлично. Давай-ка мы нанесем ему вот такой вот удар. Бум, хорош. Очень даже круто. Так, можно сделать вот так, чтобы вам было лучше видно. И на 100% мы с тобой открыли какое-то новое достижение для нашего рестлера. Мы можем, кстати, с тобой что-то ему купить, прокачку. О, тут еще мозги можно ему прокачать. Смотри, какой-то поезд. Так, одеваем. Дальше вот еще гантельки. Даем ему на руки. И, так, и мозг. Все. А, и покушать даем ему. А, эту гантельку я уже бросить ему пока не могу. То есть наш Джон Сина стал немножечко сильнее. Я, если честно, даже бы не узнал, что это Джон Сина, если бы игрушка мне не подсказала. Find a Mysterio. Найди Мистерио. То есть мы сейчас будем сражаться с Мистерио? Серьезно? Но я, если честно, уже не помню, как выглядит этот Мистерио. Ну, давай мы просто дубасим. Но я вижу то, что мы наносим с тобой по 105 урона. То есть у нас очень сильный, сильный уже удар. Вот смотри, новый трюк. И через себя его как-то бросаем. Да. Пушечная, конечно, игрушка. И на 33% у нас открыт следующий скилл. Давай тогда мы еще кое-что здесь купим нашему чувачку. Мы можем его покормить. А нет, мы не можем его покормить, потому что нужно прокачать вот эту вот штуку до второго уровня. И гантельку тоже я пока что не могу, ребятушки, ему прокачать, потому что не хватает у нас на это на все денежек. Ладно, собираем, прокачиваем силу. Тут еще какие-то пояса. О, ничего себе. Incredible Hulk. Потрясающий Халк. Ну, мы, кстати, ребятушки, потеряли с вами немножечко массы, когда я выбрал Халка. Так, ох, смотри-ка, это у нас The Rock. Давай-ка мы его выберем. Есть, плюс 93 силы. И сейчас я буду сражаться с кем? Это у нас Rising Star какой-то, да? Начинающая звезда. Ну, кстати, лицо очень сильно похоже на Джон Сину. Так, мы перетягиваемся с ним. Так. Я думаю, что я сейчас его перетяну. А, немножечко мимо. И я не смог его добить. Ну, такая неплохая, конечно, игрушка. Craft Prison Escape. Ребята, это не Roblox, нет, это отдельная игрушка, где мы с тобой должны убежать из этой тюрьмы. У нас есть ключик, с помощью которого я, наверное, могу открыть дверь, да? Нет? Походу, что нет.
Так, и игра мне подсказывает, что мне нужно пойти вот сюда вот. А, ничего себе. Так, мы здесь с тобой что-то пробуриваем здесь, оказывается. Так, единственное, что когда я вот вращаю камерой, то иногда мы очень близко приближаемся к этому человечку, и это меня немножечко напрягает, если честно. Так, хорошо, идем сюда. Все, есть, это наш чекпоинт, отлично. Мы с тобой зачекпонились, зачекинились. Так, идем сюда. О, прыгает он довольно-таки неплохо. Так, идем сюда, прыжок. Что у нас здесь? А, чекпоинт еще один, есть. Нажимаем на кнопочку. И что там, что-то открылось? Наверное, вернуться обратно. Ребят, я думаю, что мне нужно попасть... А нет, стоп, мы туда, по-моему, пришли, да, с тобой? Да, мы отсюда пришли. То есть мы все-таки с тобой идем в правильное направление. Вот куда мне нужно пойти. Вот тут, видишь, нужно как бы, скорее всего, прыгать. О, я допрыгнул, ничего себе. Мне кажется, что... Так, погоди, не видно. Мне кажется, что в Роблоксе немножечко легче играть, чем вот, вот в этой вот игре. Просто в Роблоксе можно отдалить немножечко человечка, а тут, вот видишь, его нельзя отдалить. Так, тут, в принципе, все, идем дальше. Мы с тобой уже играем минута 40 секунд, это хорошо, следим за временем. Так, смотри-ка, есть чекпоинт, давай-ка я сразу зачекинюсь. Есть, все, есть у нас чекин, и... Так, куда же нам пойти? Наверное, по ступенькам, давай будем подниматься. Видишь, я думал, что... Все, меня заметили. Меня заметили, сейчас они, наверное, будут за мной бежать, да? Ну, попробуйте поймать меня, если сможете. Они бегут за мной, нет? Блин, разработчики, конечно, вы не могли сделать так, чтобы... Камера так близко не приближалась ко мне. Тут что? Люк там он какой-то, да? А тут что? Наверное, что нам нужно... Так, мы с тобой откуда вообще пришли? Мы с тобой вот отсюда пришли, да? Да-да-да-да-да. Значит, нам с тобой нужно пойти вот в эту вот сторону, скорее всего. Да, вот в этот вот люк. Опа, приземляемся. Короче, давай попробуем дойти до следующего чекпоинта и будем открывать другую игрушечку. Что это такое у нас? А, это бумага. Мы в туалете с вами находимся. Чтобы открыть эти... А, смотри-ка, мы ложкой можем... О, смотри-ка, прокоп. Мы ложкой могли с тобой открыть это все дело. Да ладно, я уже вообще в какой-то ад попал, представляешь? Короче, мы обязательно с тобой поиграем еще в эту игрушечку, но уже в другой раз. Spinner Merch Run, 16 уровень. Давненько я не играл в эту, конечно, игрушечку. Смотри-ка, какие мы спиннеры с тобой можем купить крутые. А, стоп, я не могу ее прокачать. То есть, этот красный... Очень крутой спиннер. Это... Он имеет очень много массы. Так, смотри-ка, давай-ка мы так вот оставляем, как есть, и поехали. Смотри, как этот красный сейчас их будет выносить всех. Смотри-ка, а может быть мы даже проиграем, давай-ка мы их заморозим немножечко еще. Есть, подморозили их и вырубили. Кстати, мы зарабатываем здесь очень много денег. И расстраиваем новый спиннер. Вау, вот такой вот желтенький, неужели мы его получим, да? Да, то есть мы уже покупаем с тобой, видишь, желтые спиннеры. Это, кстати, я уже не знаю, какая это эволюция, но это довольно-таки мощная эволюция. Так, вот, наконец-то мы прокачали наш красный спиннер, он вот такой вот крутой. Но у нас есть еще немножечко денежек, мы с тобой можем еще один спиннер прокачать. Так, поехали. Я надеюсь, что мой этот вот гигантский спиннер сейчас с ними расправится со всеми. Да, действительно, ребят, все-таки он у меня безумно круто прокачан. Я очень рад. Так, давай-ка открывать следующий спиннер. Насколько мы его прокачали? Ну, конечно... О, босс файт! Хорошо. Мы сражаться будем с тобой с радужными человечками. Вот тут у нас еще вознаграждение есть бонусное. Отлично. И еще один спиннер. Так, нас уже их 4. В бой, моя Спарта, давай. Сейчас посмотрим. Что? Я-то думал, они сильные, эти радужные человечки. Но они, оказываются, не такие уж и сильные, ребят. Да, мы с тобой их покрошили на изи. Хорошо. Насколько мы открыли? Наполовину мы открыли наш следующий спиннер. Хорошо. Вау. Неплохо так денежек я заработал. Кстати, мы уже можем с тобой, смотри, видишь, захилить их немножечко и заморозить противников. Так, давай-ка. Я проиграл. Ничего себе.
Это что-то новенькое. Ладно, давай-ка мы прокачаем тогда максимально, что здесь можно прокачать. О, супер, новый спиннер снова у нас. А сейчас мы проиграем, интересно, давай-ка мы еще их подморозим немножечко. О, супер. И, кстати, вынес только что самого сильного чувачка. И это победа. Еще один уровень, и мы, кстати, будем с тобой покупать уже спиннеры вот этого вот уровня, вот что сейчас ты видишь. Еще один уровень. Мы можем, смотри-ка, исцелить своих немножечко. Отлично. Не знаю, ли это мне поможет. Да, это мне не помогло. Хорошо, давай тогда я пройду еще один уровень. И будем открывать другую игрушечку. Так, все, поехали. Я думаю, что сейчас... Ребятушки, мы должны справиться с этими спиннерами. Runner Pusher, let's go! У нас имеются вот такие вот человечки. Мы с вами должны увеличивать их количество. Смотри-ка, сейчас будет перетягивание канатов, ну, можно так сказать. Мы их перетянули, это значит, что я забрал их все себе. Ну, как бы присоединил. Дальше давай-ка мы возьмем еще плюс 20 и забираем наших желтеньких человечка, у нас получается довольно-таки крутая компашка. Попробуем дойти тоже до главного сундука здесь. Вот дополнительные бонусные монетки собираем. И до бонусного сундука немножечко не дотягиваем. Ну ладно, 1740 монет мы с тобой заработали, но в этой игре тоже ничего нельзя купить. Здесь нет магазина. Да ладно, все? Это такой уровень? Вы что, издеваетесь? Так, чтобы вы понимали, ребята, это где-то уровень, по-моему, 10, да? Сейчас я посмотрю, если здесь где-то будет писать. Нет, здесь нигде не пишет, но это реально какой-то уже 10, может быть, даже 15 уровень. Я могу только тройку эту вот забрать и все, потому что я там не прошел через множитель x2, не успел его подобрать. Так, делитель 2 мы с тобой тоже проходим. Ауч, немножечко врезался, красный цвет. Да, 16 человечков. Мягко говоря, такой себе результатик. Такой, прям на двоечку, я бы даже сказал. Хорошо, едем дальше. X10, либо плюс 20. Ну, я выберу плюс 20. Вопросительный знак. О, 40 едка, класс. Перетягиваем этих синих. Присоединяем их к себе. Так, есть. Множитель 2 и делитель 2. Блин, лучше бы я пошел по другой полосе, конечно же. Ну, в принципе, 83 человечка, довольно-таки неплохо. У нас сегодня, ребятушки, такие лайтовые игрушки в начале. А дальше уже будет немножечко такое посложнее. Сегодня, кстати, в хоррор сыграем с вами. Это, кстати, игра от разработчиков Schoolboy Run Away. Попробуем поиграть в нее. Это вот та игра, которую постоянно рекламируют, когда мы играем в Schoolboy Run Away. Metal Horror, там как-то так она называется, вот мы сегодня с вами в нее попробуем сыграть. Блин, разделились, конечно, немножечко. Так, 16, а 21 штучку мы забираем, конечно же, потому что она нашего цвета. Да. Сейчас мы поиграем с тобой в игрушку Evolution Merge и прокачиваем нашу основную рыбку до вот такой вот зеленой. Кстати, еще один уровень, и мы с тобой превратимся, по идее, в черепашку. Мне нравится, ребятушки, это очень игрушка, очень классная. Смотри-ка, сколько здесь рыбок. Нам нужно съесть 170, чтобы, кстати, прокачаться. И нам нежелательно попадать на большие рыбки. Потому что большие рыбки меня тогда смогут просто слопать. О, эту рыбку я съел, отличненько. Она просто немножечко меньше меня была. Ребятушки, кстати, если вы досмотрели до этого момента, но еще не поставили лайкосик, я буду вам безумно благодарен, если вы это сделаете. Ну и, конечно же, подпишитесь на мой канал. Так, а мы с вами съели все рыбки, которые нам было необходимо слопать. Отлично, я заработал, кстати, довольно-таки много денежек. Еще одна эволюция у нас будет с вами черепашка. Давай-ка мы попытаемся прокачать тогда нашу рыбку до следующей эволюции, и супер, все, есть, это ее последняя эволюция, можно еще купить, вот, допустим, вот такие вот яйца, пусть они там себе спамнятся, они, кстати, стоят уже довольно-таки много денежек, я тебе хочу сказать, все, денег у нас больше нету, поехали, розовая рыбка, и за нее нужно съесть 200 рыбок, ты представляешь, но я вижу то, что она быстрее,
Да, мы быстрее съедим сейчас с тобой 200 рыбок, чем за ту вот нужно было сколько? 150 либо 170. Вот смотри, мы уже 50 съели, а все потому, что она очень быстрая. Вот тут еще смотри, толпа рыбок. И у нас будет сейчас прям новая эволюция. Ты увидишь. 120 рыбок уже съедено, 130 рыбок съедено, 140, класс, очень быстро. Хорошо, что здесь их много. 180, и еще осталось каких-то 20 рыбешечек слопать. Есть, 15к мы с тобой зарабатываем, и наша рыбка эволюционирует в черепашку. По идее, да или нет? Стоп, она же должна была эволюционировать в черепашку. Так, сначала нам нужно... Так, все, мы ее вот сейчас эволюционируем сами. Да, я думал, что она сама эволюционирует, но нет, мы сами должны были это сделать. Она стала черепахой, класс! И сейчас мы с тобой уже, смотри-ка, играем за черепашку. Так, покупаем яйца на оставшиеся денежки. Пусть они себе там спамнятся, вырастают. Так, вот наша черепашка. И, кстати, эти вот рыбки приносят нам, ребятушки, денежки. Нам нужно съесть 50 рыбок, но черепашка... Я вот замечаю то, что она какая-то медленнее становится. А следующая эволюция после черепашки вам не видно, но это будет лягушка. Да. Короче, я хочу полностью пройти, ребятушки, эту игру. Я думаю, что мы будем в нее играть иногда, периодически. Но я хочу пройти ее реально полностью и посмотреть, какие здесь... какая здесь вообще максимальная эволюция. Ну, здесь, по-моему, и динозавры даже будут, ребят, представляете? Так, вот пока что вот рыбки у нас. Смотри-ка, опа, прокачанная черепашка. Да, это уже черепашка немножечко быстрее, но за нее нужно съесть 125 рыбешечек. Да, игра, конечно, пушечная, но открываем другую. Сейчас мы с тобой поиграем в Roblox Money Stair Rise, называется режим. И, кстати, посмотри на мой скинчик. Смотри, какой зачетный, мощный, крутой скин. Да, ребятушки, пришлось немножечко задонатить, чтобы он получился такой вот пушечный. Итак, мы с тобой типа собираем здесь монетки, но у меня здесь вроде бы есть еще питомцы, если я не ошибаюсь. Так, equipped. А нет, у меня их ноль. Стоп, я еще в эту игрушечку, оказывается, не играл. Я-то думал, что я уже в нее играл. Давай мы тогда посмотрим, что здесь можно сделать. Ой, смотри, сколько денежек я здесь собрал. Ничего себе, игра предлагает мне пойти вот сюда вот. Подняться в гору. Отлично. И мы поднимаемся до финиша, или что? Смотри-ка, сколько мы с тобой заработали кубков. Я думаю, что я смогу за эти кубки сейчас купить себе кого-то. А, вот, отлично. Давай, покупаем тогда первого питомца. Ой, стоп, погоди. Так, open one. Это у нас... Да ладно, сразу эпический выпадает, представляешь? А тут получается... А, 15%, что он выпадает. Так, и давай попробуем еще... А, все, не хватает, я понял. Не хватает у меня здесь денежек для него. Так, давай-ка мы его применяем, да? Все, он у нас уже вроде бы применен. Отлично. О, ну другое дело, смотри-ка. Мы сейчас с тобой уже больше денежек собираем. Ребят, я вообще обожаю играть в Roblox. Как ты заметил, я очень часто в нее играю, в эту вот игрушку. Очень часто. Смотри-ка, сколько здесь уже монеток. Так, давай поднимаемся в гору. Сколько же кубков я сейчас могу заработать? Мне кажется, что намного больше. Так, мы еще с тобой можем немножечко потапать, чтобы быстрее это все было. Ну, чтобы быстрее он бежал. 350 винцев мы с тобой заработали. Хорошо. Это значит, что будет еще плюс. Яичко. Так, это уже обычный питомец нам выпал. Отлично. И могу я еще одного купить себе хотя бы? А, все, не хватает денежек. Понял. Кстати, можно было задонатить 219 робоксов и купить вот такое вот золотое яйцо. Но я, ребятушки, не хочу пока что сюда донатить. Мы и так с вами показываем неплохой результат. Я, знаете, вот что думаю? А не завести ли мне отдельный канал исключительно по Роблоксу? Как вам такая идея? О, X2, ничего себе! Тут еще врата X2 иногда выпадают. Давай-ка попробуем собрать еще больше всего. Смотри, также есть Daily Reward. Также есть еще у нас гифты. Супер. Давай отправляемся сюда, вот, и после этого купим себе еще питомцев. Так, разгоняемся, увеличиваем скорость и... Вау, как же далеко я доехал. Так, мы еще едем в гору. Смотри, на 6% только прошел эту карту. Так, это глюк или что? Или мы все-таки поднимаемся? Ну, я все-таки, наверное, поднимаюсь, да. Как-то уже очень долго поднимался. Смотри, все, поднялись.
полторы тысячи кубков. Так, а сколько стоит следующее яйцо? Следующее яйцо стоит 1000 кубков. Давай-ка мы, наверное, купим его. Я думаю, что это яйцо будет, конечно же, покруче. Так, коровка эпическая у нас. Здорово. Все, больше у меня не хватает денежек на коровку. Она у нас примененная? Наверное, что нет. Давай вот так вот, применить the best. О, все, применяем самый лучший, да? Equipped best. О, да, с коровкой, конечно, друзья, масса идет намного быстрее. Ну и последняя игрушка, это у нас хоррор-игра, которая называется Metal. Мне пришлось возвращаться домой. Смотри-ка, я выбрал следующего персонажа, тут уже новая история. Давай-ка мы тогда попробуем здесь поиграть, потому что, ребят, я там реально не знаю, что нужно сделать. Поскорее вернуться домой. Так, нам нужно поскорее вернуться домой. И мы с тобой... О, смотри, за окном уже снег идет. Класс. Так, хорошо. Короче, мы с тобой сидим в клетке. Давай будем попытаться отсюда как-то выбираться. Так. Заперто. А если мы выберем отмычку? Все. Нужно выбираться отсюда. Нужно отсюда выбираться. Итак, смотри-ка. А что это за циферка 2? 2. А вон еще, смотри, циферка 8. Ну тут же, типа, больше всяких этих приколюх, походу. Смотри-ка, это что такое? Какая-то веревка. О, и лист. Лист бумаги. Так, а что по-английски написано? Короче, огнетушитель. Дальше разбей стекло. Угу, достань огнетушитель. Если типа, начнется пожар. Ну, то есть, вот типа, здесь огнетушитель, да? Так, ключ за стеклом. Вот он где, да? Этот ключ. А как мне его разбить? Как мне его взять? Этот ключ? Странно. Хорошо, может быть, здесь есть... О, а здесь есть молоточек. А может быть, мы молоточком его разобьем, да? Какого черта? О, ой-ой-ой. Наверное, нужно зайти сюда. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, все, понял. Да, все-таки я сделал правильно, что я зашел сюда. Сейчас кто-то сюда придет. Вот, блин, ребят, я вообще не знаю, кто разработчик этих игр, но они очень крутые. Она еще даже пушечнее, чем Schoolboy Runaway. О, смотри-ка. Какой-то в маске, чувак. Так, погоди-ка. Так. Что-то здесь не так. Угу. Так, все вроде нормально. Эта веревка не могла упасть сама. Блин, заметил. Заметил, ребят. Все, он ударил меня током. Блин, не нужно было трогать веревку, видишь? Мы с тобой тронули веревку, и он нас рубанул током. Печально. Все? Так. Продолжаем, да? А нет, мы переигрываем заново, да? А нет, смотри-ка, ключ можно уже брать. Отлично. Все, ключ есть. С помощью этого ключа мы можем открыть какую дверь? Вот эту? Заперта с другой стороны. Угу. То зачем мне тогда ключ? Странно. Странно, конечно, ребятки. Заперта с другой стороны. А реально, зачем мне тогда ключ здесь? Так, 220. Смотри-ка, обрыв провода. А, это у меня так типа током бьет. Да, игра, конечно, классная, мы обязательно еще в нее поиграем, какая-то лампочка. Но пока что, ребятушки, на этом я свой ролик буду заканчивать. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис, я желаю всем удачки и пока!